Якутия стала лидером страны по количеству площадок для географического диктанта. Для желающих его написать в регионе организовали 308 аудиторий. Масштабную контрольную работу провели по инициативе Русского географического общества в третий раз. В столице республики жители смогли проверить свои знания на 103 площадках. В течение часа они выполняли 30 тестовых заданий. Координаторы акции отмечают, что большой вклад в проведение диктанта внесли образовательные учреждения республики и администрация города Якутска. Узнать свой результат можно по индивидуальному номеру на сайте диктанта. Также свои знания можно проверить онлайн до 30 ноября. Люди пришли, всем хочется проверить свои знания по географии, насколько они знают свой родной край, свою страну и мировую географию. Но, как вы понимаете, здесь вопросы разные, не только по мировой географии, да. То есть есть вопросы по географии материков и океанов, политической географии, экономической географии. Нужно всем людям знать, где он живет, какие экономические особенности, климатические особенности в районе и в стране, в которой он находится.